Всем привет! Это снова уже не будни коменданта. Сегодня я, точнее даже вчера, перевелся в ПД, в полицию Лос-Сантоса. Собственно говоря, куда мы сейчас и направляемся. Ну блин, у нас, по-моему, лаги. Меня сейчас кикнет. Лаги? Да. А, ну да, кстати, у меня тоже. Нами... Я приодеться не могу. Снова Николай. Здравствуйте. Он... Да, он снова не в кондиции, да, Николай? Ну, эйфория такая опять. От сампа или от чего-то другого? Вы были кикнуты в подозрении в читерстве. От чего другого? Кстати, по пути на работу я заметил одного военнослужащего, но он был без каски, без бронежилета. И я так понял, что это вообще какой-то не сливщик, а холодно. Это был я. А, не, ну ник другой был. Ну, все равно это был я. Слушай, а пробег, кстати, у себя в списке. Я не могу, меня кикнуло. Сейчас закажу. Совсем прям кикнуло? Совсем. Или чуть-чуть? Немножко. На полшишечки. Вот, блин. Слушай, это лаги вообще на сервере, да, в целом? Да, я как бы зашел, ну, в раздевалке переодеться, а меня не выключило там переодеться. А. Переоделась только через 10 секунд, но уже... Уже было поздно и не нужно. Да. Ну, вроде я ввел команду моей статистики, меню. Ну, вроде сейчас как... я перезашел, сейчас вроде как бы нормально. Ну да. Кстати, сейчас я тебе скажу ID. Скажу ID. 25-й ID, это ваш военнослужащий или нет? 25. Коди Бранд, банк? Да. Сейчас посмотрим. Наш. Он был в городе, короче. У тебя есть там офицеры старше, что-то да, более? Да, сейчас напишу. Есть доказательства, если что. Скажите, типа, 100% есть. Ну, скрин, короче. Но... Только сейчас скинуть не получится, мне придется сворачивать игру. Так не, ну ладно. Я напишу, дальше решаешь, что хочешь. Да. Коди, банк, как вы там? Банк, 25-й ID. Напиши жетон 25. Берешь что-то с микрофоном снова. Нормально? Уже да. Ты его опять по башке стукнул? Да. Ну правильно. Он написал, уволю. О, все. Как быстро доказательства не надо. Слушай, а он не написал доказательства, да? Не. А, все я здорово. Я написал Коди такой-то в самоволе, он написал, уволил. Все, а вот зараза, даже не получилось от АФК выйти. Я немножко тут покосячу. Постреляю, подемлю. Только подчинился, блин. Ладно, я это, наверное, переживу. Хранить попробую. Слушай, а он не написал, да, доказательства необходимые? Не, ничего не. Слушай, ты можешь уволить таким образом, кого тебе заблагорассудится. Да. Скажи просто там... Просто кто понаписал, и он пишет, уволил. Да. Здорово получается, да? Да, мне как-то не очень. Чё это? Это же, ну, не по правилам, конечно, злоупотребление полномочий. Скажем так, сделаем армию чище, да? Да, от... всяких сливщиков формы. Наверное, залез вас по квартире где-то. Не знаю, не мое дело, конечно. И ты о чем? Мне даже тупо не интересно, где он там залез? Он в Санфера был, и я думаю, что он был рядом. Он с квартирой был рядом. Я думаю, что он сливал форму и переоделся там уже. Хотя не знаю. Фокстер Стронг. Кто такой?
знаком наш. Не знаю. По-моему, бывший военнослужащий или в настоящем военнослужащий, он хулиганит. Так хорошо сейчас заработал денег. Аж 1500, 3 бандитов завалил. С кого? Я мужик. Правда? Угу. Хм. По 500 за каждого. И вообще. Что ты сейчас делаешь? Я заступил на пост и пытаюсь об этом доложить. Хорошее занятие, да. Тут ник такой, блин, сложный. О, наверное, генерал едет. А не, это Морис. А он может в гражданке увольнять? Не, это Морис пытается подполковник. А, он выключил раз. У тебя вообще планов каких-нибудь на лидерку нету стать? Я думаю, что планы в жизни этому помешают. Да. Поэтому нет, планов нет. Просто играем и все. Просто играем. Ну да. Посмотрим, как оно там будет. У нас в части, наверное, человек только 10, не больше. Нет, вру, 32, но их что-то в части нет, где они бегают? Все вували, что ли? Я понимаю, что тебе там много дел, отвлекаешься. И что, и что? Надо говорить что-нибудь. Да нет, я просто предупреждаю здесь таксиста, чтобы он не нарушал правила парковки. Можем позвать Диего в скайп. Он адекватный парень. Нет? Ну, мне придется свернуть игру, опять же. Минуты, я у него спрошу. Буй-буй, он уже звонит. Добавить групповой звонок. Ну, ты можешь добавить? Ну да. Привет. Здорово. Еще здорово. Сходил? Да, забрал. Вот, знакомься, это Крит, короче. Ну, Дима. Угу. Да, но что-то мы... знакомое. Да, что-то знакомое. Косвенно уже знакомое. Будучи в ЛВА. Возможно. Да, ну если, кстати, стоит предупредить, если Диего не против, да, мы записываем выпуск на канал. Не, я помолчу тогда, пацаны. Почему? Да не хочу. А чё так? Я вчера наговаривал тоже Диего, так что лишнего ты ничего не скажешь. Да, хуже уже не будет. Да. Слушай, мне кажется, я забыл дубинку взять. Тебе так кажется, или ты ее забыл взять? Да. Нахуй нужна. Ну, бить бомжей. О,
Он, кстати, вот пьеса этот перевелся. Дима перевелся в ОФПД. Да, есть такое. Ваня, ты представляешь? Ты не молчи, ты что-то боишь. Какая новость неожиданная. Ну это, наверное, все из-за выпуска. Да нет, я кушаю пока сюда. Это просто отвечать конкретно и прямо. Да не, я жру. Да? Чё? Кстати, когда ты уходил, подходил, наверное, сестра твоя или кто? Маленькая, смотрите. Ты чё, ебанулся? У меня дома никого не было. И кто-то сказал, алё, не гони. Не может такого быть. Я как раз за сестрой ездил, дома никого нету. Ну кто-то подошел, алё. Домовой. Домовой? Да. Мишка. Мишка. Хороший у тебя домовой, конечно. Как мне надоело это софа уже. А ты чё говорил? Пошли. Что говорят? Пошли. Понимаешь, вот в ПД я не... Опять вот эта заморочка начнется. СФА пустует КПП. Я сильно. Не пох. Кстати, ребят, имеет смысл предупредить. Я уже Коле говорил, что видеозапись могут смотреть дети, поэтому воздержимся от ругани и тому подобного. Они должны уже привыкнуть. Ну, наверное. Вот что он гонит? КПП нихера не пустует. А, я был... Тот пришел, помнишь, который? Ну, уволил. Кто? Пришел этот Коди Банкс. Я был, говорит, у вас минуту назад. Понимаешь? Угу. Диего нас покидает. Или уже покинул? Да, покинул. Он стеснительный паренек. Вот у меня все проблемы начинаются с КПП, понимаешь? Я оплачивал квартплату. Ну кого ты ебёшь, что ты там делал? Ой, прошу прощения. Все, это слово не воробей. Да, не вытянешь. На ютубе ж нельзя поставить там пи. Можно сделать в монтаже видео. Запикай меня полностью. Ну как там тебе? Нравится? Да, все четко. Ты же вчерашнего Рика помнишь? А, ты же должен помнить. Это да. Я только могу. Да, помню, но ты не палец. Ну, я понял. Так, 404-1. Просто ты мне иногда напоминаешь, что я в телеке, типа. В телеке? Ну да. Мама, я на ютубе, там все дела, как там кричат. И вообще, я младший.
сержант, это очень обидно. А мог быть вообще на вокзале, кстати. Так же? А мог быть вообще на вокзале. Ну ты понял, что мне, да? А, ты ничего не понял. Слушай, парень, которого я пытался задержать, попал в него резиновой пулей, он рухнулся. Ну, такое бывает. И, к счастью, скорее всего, он уже арестован. Если он в тазере был и офнулся, он будет в... и у него был розыск, он будет за решеткой, как перезайдет. Мне кажется, что, по-моему, он будет за решеткой, даже если он не был в розыске. Нет, он не будет за решеткой. Может, админа посадить? Сади. Тогда, я думаю, мы попрощаемся с Ампом. Ну, он вдруг не узнает, кто это был. Действительно. Откуда ему знать, кто его посадил? Так, откуда-то шальная резиновая пуля прилетела, да? Да. Блин, слушай, я постоянно забываю делать доклады, я еще не привык. Нашу патрульку покрасили в розовый цвет от читера. Ты ж не вдумай садиться в нее. Блин, я уже сел. Вылез. Все, вылез. Что мне грозит теперь? Сколько лет? Да, до 2038. Знаешь такое? Да. Вот что он хочет, его уволили за самовол, и он теперь тут трется и как говорит, мягко сказать, трепет нервы. А я... О. Что ты? Диего Бокс получил банчата был. Видишь? Похоже, не только в игре. Здесь он молчит. Он уже отсоединился от нас. А, я понял. Ну, нечего лишнего говорить, наверное. Да. Он мне в смс написал, без обид, ребята, но я отключусь вот так. Угу. Бывает, чё. Не любит популярный человек.
Слушай, у тебя телевизор громче тебя кричит. Ну это когда я молчу, тогда, понимаешь, тогда посторонние звуки ловит. С чем это связано? Это связано, что надо купить... Микрофон нормальный? Да. Так ты не молчи, значит. Я не могу постоянно говорить. Как служба у вас там? Валерия нет в онлайне? Нет. Надо. Еще как бы до 5 утра сношал там. Слушай, что ты несешь? Не, я... Давай как-нибудь сменим тему. Ну, я в смысле? Сношал, ты не забывай, ты же не забывай, что это выпуск пойдет. Я ж, что я плохого сказал? Я ж не сказал, что... Ну, в общем, все. Ну, все, хорошо. Слушай, ты не молчи, потому что опять я слышу все твои рекламы. Да-да, именно так. Короче, тут приехали репортеры и хотят взять интервью. А у меня как... Ты меня знаешь, что у меня бесполезно брать интервью, потому что это будет глупо, и там будет такое. Ой, что я несу. Что-то мне с каждой минуты плохие, ты плохие, сейчас. Плохие. Угу. То есть мне нужно не удивляться, когда ты связь с тобой пропадет. Она вряд ли пропадет, потому что мне становится страшно одному. Мне так проще ловить от меня. Завтра на работу, боже мой. Здорово. Ничего тут нет такого. Ты на мэрии стоишь? Угу. Кстати, надо зайти в ВКонтакт. Я там не был уже два дня. Или два, или был, я не помню. Ну, кто-то написал, хуля бед. Ну, я. У меня идет дождь. Ты представляешь? Говори, говори, потому что я слышал музыку из твоего фильма. Домой пора. Живет надеждой. Угу. Там что-то про сапоги пели, но я не успел уловить. Данил.
Здравия желаю. О боже мой. Я так не люблю стоять на КПП, если бы ты знал. Что, ты не любишь? На КПП стоять. А какая у тебя задача там? Охранять КПП и все? Тут просто можно такую жалобу словить, и очень хорошую. Что можно? Жалобы. Я стою один на КПП, у меня нет никакой помощи. Тут бомжи такой бред пишут. Рассказывай что-нибудь о службе своей. Что? О службе своей. Бывает даже дрема. Ну что о службе расскажешь? Вот думаю идти в ПД. Давай, только иди в ЛС. Не знаю даже. Мне какой-то чувак пишет сори в СМС. Что за сори? Что он мне сделал? Я даже не знаю. Надо доложить для приличия, то я снова забыл. Блин, мне что-то вообще так. Ты еще кадет, да? Да. Как может быть устав в автошколе? Кто? Устав. Ну, устав внутренней какой-то работы. Ну, так устав. Это же не военизированный документ. Ну, не тот, что военизированный. Слушай, мне кого-то надо срочно посадить, потому что надо вы как-то счет открыть. Чего? Ты не можешь никого посадить? Я не могу никому пристать. Все офлют. Сейчас сделаю тебе. Сделаем тебе сейчас первого клиента. Давай. Ну,
как-то так, ну сейчас, минуточку. На Марии? Да. Блин, херово, у меня как бы однокомнатная квартира. Херово в одной комнате вместиться все. Это я так слов. Я вижу, у тебя там небольшая перестрела. Да, блин. Ну, меня замесили толпой, короче. Такие дела. Насрать. А? И всем насрать. Да. Они уехали. А ты видел это, да? Угу. И, кстати, одного кикнули. Видишь? Я вижу, но я не уверен, что это именно тот господин. Это он, я увидел. Здорово. Че? Это твой твинг? Как где? Баба. Тут просто рядовой выебывает. Продолжение следует...
осёл. Ты будешь делать что-нибудь или нет? Что делать? Я тебя уже три раза ударил, ты можешь меня посадить сегодня? Да я вот думаю, эта баба, блин, какая-то настырная. Ты хочешь сесть? Это твинк твой? Это лишнее, но я ему не верну. Это уже оскорбление. Слушай, господин стоит АФК на дороге. Это... Он это хулиганство, наверное, все-таки. Где моя подсказка Уголовного кодекса? Господин. Да. Слушай, ты хочешь, чтобы я посадил? Секси. О, слушай, кстати, давай, кстати, вот первый арест мой будет, он, правда, будет неестественный, но давай. Скажи что-нибудь очень плохое. Давай, оскорбляй. Я посмотрю, кстати, как работают... Нет, это не очень боюсь, обидно. Боюсь, что я оскорблю. Меня за это администрация выебет. Это не очень обидно, блин. О! Так, слушай, сейчас я тебе впаяю розыск. Это будет оскорбление. Одна звезда. Оскорбление вообще-то дается две звезды. Насколько я помню. Нет, одна. Но если ты с такой скоростью будешь мне давать розыск, я уже 15 раз убегу. Слушай, походу не тому я дал розыск. И такое бывает. Вот, тому. Давай. Что давай? Ты давай. Я не хочу это. Ой-ё. Что-то мне давление подскочило. Вот. И все, давай скринить. Да. Это ничтожное существо, а не девушка. Кстати, ты тоже скажи еще что-нибудь, потому что господа матерятся, а то, что ты раньше говорил, это заслудилось уже. Напиши еще что-нибудь. Не, ну напиши что-нибудь реально обидное. Я хочу заскринить, чтобы потом у меня было доказательство на их опровержение, то есть. Ну, скрин. Все. Пойдем. Сейчас выведу тебя по дорожке. А, кстати, пойдем сядем в автомобиль. Блять, так смешно бегает сзади. Бегает, да, смешно? Пошли. Чё не встали здесь на дороге? Вояки. Привет надо было им передать. Я не успел. Ты меня сильно быстро ведёт. Пошли. Ой-ой-ой, я в текстурку попал. А не, всё вот. Всё нормально. Давай, ну, так. Ну что давай, ты куда пошёл? Ты смотри, куда я бегу, в стенку. Идём, провожу за руку. Блин. Надо как-то команда была проверить. Сейчас бомжика задержим.
Слушай. Потом как-нибудь. Так, сейчас надо вспомнить, как правильно вводится. Арест. А? Ну я. Все ясно. Надо 10-14 на тебя. Ну можешь. Так тебе запрещено. Да, наверное, запрещено. И похоже, меня сейчас кикнет. Да? Ну, первым блин комом, как всегда. Меня кикнуло или нет, интересно. Да, не кикнул. Знаю, я тебя не вижу. Ну, в общем, все. На этой невеселой ноте, наверное, стоит закончить этот выпуск. Он получился небольшим. Я немножко проверил, как работают команды на бомже. Ну да. Девушка любезно согласилась сесть в тюрьму за оскорбление. Через миньет. Ну, до этого не дошло, видишь, нас кикнуло. Я бы так зашел на огонек. В общем, да, до следующих выпусков. Ну все, всем пока. Да, следующий выпуск будет, наверное, тоже уже, скорее всего, в полиции. Потому что... Будни коменданта. Короче, коменданта уже нет. Он перевелся в полицию. Тайм я не могу посмотреть. Поэтому просто всем пока.